Так, мясо, фрукты, соки. Юль, что это ты пишешь? Составляю меню. Что еще за меню? Меню на сегодняшний вечер. Денис и Юля пригласили нас на пикник. Поиграть в бадминтон, отдохнем. Отлично. Куда поедем закупать продукты? Как обычно, на центральный рынок, там все всегда свежее. Тогда звони ребятам, пусть подъезжают. Вместе составим меню. Хорошо. Привет. Ой, какой у тебя красивый наряд, где брала? Здесь, в мегаполисе, а у тебя прям такая шляпка милая, ты где покупала? Вот тут, по твоей рекомендации. Да? Ну сходи тогда еще как-нибудь во флагман, там тоже много интересных вещей. Обязательно. Так, давайте, наверное, обсудим меню. Мы предлагаем пожарить шашлык, и Антон еще хочет сварить уху. О, я бы тоже от ухи не отказался. А еще можно картошку запечь. Да. Да, кстати, на центральном рынке есть рыбный павильон. Давайте туда сходим. Да. Давайте тогда, чтобы быстрее, вы пока рыбу выбираете, а мы фрукты купим. Хорошо. Ну ладно, давай, до встречи. Так много рыбы, карпы живые. Что будем покупать? Юль, смотри, какой сом. Вкусная уха получится. А может быть, возьмем семгу или форель? Ну, что-то более благородное хочется. Давай. Так, я бы взяла бананы и груши. О, давай лучше салат из помидоров и огурцов. О, давай. Можно нам килограмм помидоров и килограмм огурцов? Хватит, думаешь? Да, я думаю, хватит. Так хочется черешни. Ну, давай возьмем, а. А ты, кстати, знаешь, как правильно выбирать черешню? Как? Веточки должны быть зелеными. О, зеленые. Здесь все всегда свежее. Значит, берем. Взвесьте нам, пожалуйста, килограмм черешни. Мы все купили. Мы тоже. Осталось только место для пикника найти. Да, смотрите, мы с Антоном смотрели базу отдыха. Предлагаем вот сюда. Ну, отличное, отличное место. Отличное место, да. Ну, все отлично. Вы можете не беспокоиться за безопасность своих автомобилей, так как здесь работает охраняемая крытая парковка. Как же все-таки я люблю лето. Я тоже. Ну что, пойдем жарить шашлыки? Давай. А мы пока накроем на стол и пойдем загорать на солнышке. Да. Образ ведущий – салон красоты «Зеркало».